Ой. Так. Зря тогда на стриме. Палево слишком было, мне кажется, сейчас. Блин, ну развалился ты, конечно. Ах. По квестам тебе игра поводит по разным локациям. Сидит мышара. TTV, конечно. Тоже еще. Так, и кто по ним стрелял, интересно? На нас и печелик. Быстрее, блин. Быстрее. Произошел. Че он взял, что я тут? Слышал меня, что? Подскажи, как в Таркове качать способность интеллект. А, не сидеть как крыса, выжидая меченку, там, прятаться в кустах, не использовать КС-23, никогда не сидеть на выходе, не кемпить. Ну, все, интеллект у тебя прокачается, я думаю. На самом деле, я не знаю. Забрал, опустил и начал выносить людей.
Нормально у тебя фастем, друг. Он уже кого-то убить успел, что ли? Когда успел? Должен быть мертвый вроде. Ёб твою меч. Я как будто уровень в Mortal Kombat прохожу, бля. Башенку за башенкой просто. Не знаю, кто это был. Синяя сумка там была. Возможно, бот с синей сумкой, но может быть и ЧВК сидел спокойно. Ладно, будем считать, что это просто мусор. Перегни, друг. Вот так. Так, а что там за кусты здесь были? Что у тебя за броня такая, чувак? А, Гжелька, ну понятно. Жерька-то понятно, вопросов нету. Блять! Ну и чё тут? Есть кто? Нет? А это не бот! Это ЧВК где-то сидел у меня в спине. В затылок мне попал, прикиньте, в каску. Рад лорд. Мышь, бля. Другого человека, как дела у третьего человека? Ах ты мышара, бля. Господи, что случилось с людьми, чат? Сейчас попробую зарашить его. Если умираю, то хорош на сегодня. А, вот же лежит он. О. Интересный геймплей пацанам сломал.
хрен его знает даже, что они теперь делать будут. Сорок девятый. А тут какой был? А, 44-й, 49-й. Ёптать, эта фигня не простреливается, что ли, зелененькая? Собра. Счет, по-моему. Да. Это был хэд. Ой, Бэмби, бля. А Бэмби неплохо одетый, должен заметить. Этот его друг более такой уже прошаренный. Водил его по локации, походу. Где тут там? Так, кто-то есть там слева. Как ты полетела, граната? Еще вроде должен быть, не уверен. Так, нормально еще. Опасно сейчас было. Нашел ведь меня, зараза? Чушка чужая, ложись! Так. Видели, да, там что лежит? Там лежит чел, которого я убил. И лежит рядом труп чела, который его лег лутать. То есть я лутать не хочу.
Спасибо. Пойдет. Нормально. Пятнадцатый шепоток, кстати. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.